Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Алим Сизов, компания СВС Проект. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Алим, как проходит наша выставка для вас? Сергей, форум проходит многообещающе. Многообещающе. Хочется узнать немножко подробности. Разрешите, Сергей, я вам скажу 7 фактов, почему я так соответил. Факт первый. В первый день форума проходило мероприятие, которое называется «Обеспечение безопасности торговых сетей». Мы в нем принимали участие. На нем принимали участие большое количество директоров по безопасности. Это профессиональные участники рынка обеспечения безопасности и предотвращения потерь от краж. После форума мы провели с ними беседы, которые показали высочайшую актуальность сейчас проблемы предотвращения потерь. Косвенно другие сессии показали, что, к сожалению, обороты предприятий сейчас падают. Об этом говорят, к сожалению, все. Процент потерь при этом, от краж в том числе, не просто не останавливается на том же самом месте, а он, к сожалению, растет. И есть факты, которые показывают, что процент увеличения потерь от краж увеличивается на 10-40%. Факт первый. Факт второй. Мы провели переговоры со всеми представителями профессионального рынка безопасности и практически со всеми достигли соглашения о пилотных проектах. Факт третий. Гости форума – это представители торговых сетей и заказчиков, которые не являются профессиональными участниками рынка безопасности, но которые являются высокопоставленными сотрудниками заказчиков вплоть до SEO. Все они не просто проявили заинтересованность нашими решениями и не просто нас внимательно послушали, они реально участвовали в диалогах, понимали, о чем мы говорим, и понимали, что проблематика предотвращения потерь от краж, она общая. Пятый факт. Партнеры – это гости форума и экспоненты. Это те, кто занимаются другими направлениями, в том числе торговое оборудование, разработка софта и прочее. Все с интересом подходили к нам, интересовались, чем мы занимаемся, какие у нас направления, и понимали, что заказчик-то у нас один. И те гости, которые не пришли на этот форум, к сожалению, по тем или иным причинам, наши партнеры готовы были рассказать этим заказчикам о наших идеях. Факт номер 5. Гости форума – партнеры по разработке. Это гости, которые пришли найти себе партнеров по разработке. Мы провели переговоры и достигли соглашений о разработке совместных продуктов. Факт номер 6. Практически все гости форума, особенно, естественно, те, кто является профессиональными участниками рынка, подтвердили, что наши решения на сегодняшний день для рынка являются уникальными. И факт номер 7. Опять-таки, все гости форума подтвердили, что наше предложение сейчас самое востребованное на рынке предотвращения потерь от краж. Прям самое-самое востребованное, вы прям уверенно об этом заявляете? Я вам так, Сергей, отвечу. Если бы меня спросили, Алим, вы утверждаете тот факт, что вы лучше на рынке, я бы вам ответил, нет, Сергей, это не факт, это больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле. И мы готовы сегодня это лишний раз продемонстрировать, когда у наших партнеров Retail.ru сегодня будет операционная сессия, в которой мы участвуем, и я читаю презентацию, которая называется «Тренды в современных системах видеонаблюдения для ритейла». Я приглашаю всех гостей с этим ознакомиться и подтвердить тот факт, который я сказал. Итак, коллеги, срочно на сессию, а вам удачи на выступление. Спасибо, Сергей, большое. Всего хорошего.